Телеканал ТНТ продолжает показ передачи шоу «Воли», которое, по задумке создателей, должно прийти на замену вечернему Урганту. Гостем очередного выпуска стал 60-летний Григорий Лепс, который откровенно порассуждал о семейной жизни и отношениях с близкими. Недавно исполнитель хита «Рюмка водки на столе» впервые стал дедушкой. Григорий Викторович признается, что совершенно не видит себя в этой роли, в первую очередь из-за того, что напряженный график не позволяет ему проводить много времени с семьей. «Честно скажу, может, это не очень хорошо, но я был плохим отцом и не очень хорошим, наверное, буду дедом. Почему? Потому что я до сих пор еще как бы действующий парень в смысле музыки и работы. Я не видел, как выросли дети. Этим занималась супруга. Я уезжал в сентябре, возвращался в декабре. Потому уезжал в декабре, возвращался в среду. Нормально она это все воспринимала, героически, я ей благодарен за это», — отметил Лепс. Напомним, что шансон-исполнитель воспитал 4 детей. Дочь Инга родилась в первом браке артиста с певицей Светланой Дубинской, ну а вторая супруга, балерина Анна Шаплыкова, подарила ему 2 наследниц и сына. На передаче речь зашла и о творчестве. Григорий Викторович признался, что свой самый знаменитый шлягер он приобрел у своего коллеги Жеки всего за $300. Но вполне возможно, что совсем скоро в репертуаре предъявившего красотку Лепса появятся новые хиты. «Я знаю, что тебе очень нравится песня, которую я написал в свое время. Песня называется «Остановите планету». Прямо сегодня, сейчас, безвозмездно и на все время я дарю тебе текст этой песни. Внесите диплом», — заявил Павел Воля.